Партнер программы – магазин профессиональной косметики «Эксклюзив». Продукция магазина «Эксклюзив» позволит любой красотке обеспечить салонный уход за волосами дома. Профессиональная косметика мировых брендов, качественные красители для создания уникального цвета волос, парикмахерское оборудование, фены, машинки, выпрямители, плойки, щипцы. Большой ассортимент средств для процедуры депиляции, инструмент для маникюра и педикюра, средства для моделирования ногтей и многое другое. Вас ждут приятные акции, скидки и подарки. Например, ежедневно с 10 до 12 можно приобрести любой товар со скидкой 15%. Мы ждем вас в магазинах «Эксклюзив». Приходите к нам знакомиться с новинками. Всем привет! Всем привет! Ничего! Всем привет! Всем привет! Это телепроект «Тренди Брендер» на телеканале «Мика Плюс». Всем привет, это телепроект «Тренди Бренди» на канале «Ника Плюс». Вот уже целый год мы выходим в эфир дважды в месяц по четвергам в 19:50. Нам сегодня день рождения! Мы сегодня ведущие именинницы Ксения Остапова и Александра Репников. Этот год пролетел как один миг. Я до сих пор помню нашу первую программу вместе с магазином «Индиво», где мы снимали купальники. И директор магазина Анна Акулова была первой, кто поверила в нашу авантюру. Да, ну снимали мы купальники не в прямом, а в переносном смысле. И вот спустя год у нас верят уже многие. Благодаря программе у нас появилось огромное количество друзей и приятных знакомств. Да, это точно. И, как говорится, лучше один раз посмотреть, чем 100 раз потрындеть. Программа «Тренди Бренди» появилась на свет в марте 2012 года. Первый выпуск вышел 21 числа. Девушки показали модные купальники от магазина «Индиво». С тех пор партнерами программы становились различные магазины, салоны красоты, кафе и другие организации города. А героями передачи были молодые дизайнеры, фанаты аниме, любители велоспорта, автогонщики и даже мировые звезды группа «Brainstorm». Красавцы, никаких поп-музыканты. Металлических, да. Браслетов, да? Все. Да. Всего за один год вышло 24 выпуска «Тренди Бренди». За это время ведущие программы Александра и Ксения научились готовить суши, шить платья, красить волосы, а также организовали масштабную физкульт-минутку на стадионе «Юность» и предновогоднюю вечеринку «Тренди Бренди» в клубе-ресторане «Бегемот». Ты посмотри, тут написано «Тренди Бренди», Саша. На печенюшке написано «Тренди Бренди». На печенюшке написано «Тренди Бренди». На данный момент на карельском телевидении нет аналогов «Тренди Бренди». К каждому выпуску Сашу и Ксюшу причесывают и красят профессиональные парикмахеры и визажисты. А процесс съемок фиксируют лучшие фотографы города. Это одна из самых рейтинговых телепередач на канале «Ника Плюс». Об этом говорит как статистика сайта, так и количество людей, участвующих в конкурсах ВКонтакте. «Тренди Бренди» за один год из телепроекта превратилась в одну большую семью. Пожелаем этой семье прибавления и побольше интересных и радостных моментов. Кстати, девушки, а вам соведущий не нужен? Свой первый день рождения мы решили отметить по-домашнему, с тортиком и бокалом игристого напитка. Ну, в прямом смысле по-домашнему, потому что мы в гостях у Ксюши. На самом деле, приоткроем вам маленький секрет, Ксюшина квартира не раз становилась местом съемок, как, например, в программе про суши или про золушек. Да-да, и частенько она превращалась в настоящий салон красоты, где над нашими образами трудились лучшие парикмахеры и визажисты города. Как, например, и сегодня парикмахер Ирина Качкова сделала нам вот такую вот красоту на голове, и она еще никуда не убежала. Ира, присоединяйся к нам, мы хотим, чтобы ты нас поздравила теперь с праздником. Хорошо, Саша не разбила мой стол. Девчонки, я с удовольствием к вам присоединюсь и поздравлю вас с вашим маленьким днем рождения. И хочу вам пожелать, чтобы вы всегда были красивыми, замечательными, чтобы телезрители с удовольствием смотрели вашу программу. А вам творческих успехов и всего-всего самого хорошего. Простите дальше.
Спасибо. С днем рождения. Ура! Девчонки, вы представляете, что за время существования Тренди Бренди с нами поработало 4 парикмахера и 5 визажистов. Так называемые бойцы невидимого фронта. Ничего себе, так много оказывается. Да, да? И к ним еще можно отнести фотографов, режиссеров монтажа и наших любимых операторов. Женя. Ну, я думаю, что пора и нашим телезрителям познакомиться с нашим отрядом мастеров, которые создают Тренди Бренди. Любой выпуск начинается с идеи, затем обзвон предполагаемых героев и написание сценария. В назначенный день съемок мы тратим примерно 2 часа на парикмахеров и визажистов. Каждый мастер имеет свой стиль работы и стремится создать оригинальный образ. У меня лицо круглое. У тебя не круглое лицо. А какое? У тебя квадратное лицо. Спасибо. То есть я буквально квадратное лицо. Оксана Голодюк красит нас чаще всего. Легкий дневной мейк, свадебный макияж или японская раскраска лица а-ля гейша. Кисточкам Оксаны все по плечу. А вот Светлана Корсакова – первый визажист, с которым нам довелось поработать. Красиво оформленные бровки – это уже 50% успешного макияжа. В 2013 году команда Тренди Бренди пополнилась не менее талантливыми мастерами – Эльвирой Калининой, Ольгой Денисовой, Натальей Петровой и Ириной Кирюткиной. В дуэте с визажистами всегда работают парикмахеры. Ирина Качкова создает прекрасные вечерние прически. Надежда Федорова – специалист по косичкам и завиточкам. Ника Грибанова из романтичной натуры может сделать роковую красотку и наоборот. А Екатерина Регезина верит в сказки и умеет превратить нас в принцесс. Я тебе делаю прическу Золушки, которая будет немножко схожа со свадебной причесочкой, как делают наши невесты. После фантастического преображения наконец-то начинаются съемки самой программы, которые порой длятся несколько часов. Например, первый выпуск, а также передачу про деловой гардероб снимали примерно 5-6 часов. Мне плохо уже. А? Мне плохо. Я уже вижу. Ты снимаешь, Саша? Скажи, когда ты снимаешь. Ну, джинсы вы же чем угодно вообще одеть, я думаю. С, да, бывали вот здесь надо. Стюша, блин. Ну что? Мы снимаем сейчас про джинсы. Осмотр материала тоже процесс трудоемкий. Из нескольких часов видео нужно выбрать всего 10-15 минут. Затем подбор музыки и написание подробного плана программы. Вот так вот программа выглядит на бумаге. Пойдем ее монтировать. Монтировать достаточно сложно, потому что очень много разных вещей используется. И Саша любит все поменять в последний момент. Да, это точно. Музыку, например. Настя, ну тогда тебе удачного монтажа. Я, если что, на связи. Надеюсь, что не поменяю ничего в последний момент. Тогда все, можно заканчивать съемку. Женя, вы-то не устали снимать? Да нет, нормально. Нормально? Но... Как вам вообще? Год Тренди Бренди пролетел. Ну, работает. Было интересно. Да? Будет еще интереснее. Думаешь? А какая-нибудь съемка есть, которая вам запомнилась больше всего? Да с детишками, конечно. Летом, как но это было классно. Ну да, потому что она такая была. Особенно не то, что как бы детишки где сидели за компьютером, а там, где мы вышли на открытый воздух. Как-то так снимается программа Тренди Бренди. Создание передачи – это, конечно, очень увлекательный процесс. Да, любая съемка поднимает настроение, и еще она всегда сопровождается нашим Сашиным истерическим смехом. Да, это только в кадре мы такие серьезные, и то не всегда. Вспомнить хотя бы наш предновогодний выпуск про подарки. Да, нам нужна была елка, а снимали мы программу в ноябре, и нашли елку только в гостинице «Карелия». Да, в отеле «Карелия», потому что на улице в это время шел дождь, Новым годом не пахло. И вот мы красивые с Ксюшей садимся у елочки снимать. И самый ответственный момент, момент вручения подарков, Сашин подарок разбивается в дребезги. Который я приготовила Ксюше. Все по Винни-Пуху. И Саша не растерялась и нашла для меня подарок прямо на елке.
Конечно, за этот год много чего интересного мы наснимали, много с кем познакомились, много чего узнали. Всего и не рассказать, и не хватит нескольких программ, чтобы показать все наши забавные и не очень моменты. Но я очень рада, что встретила вот эту очаровательную блондинку Ксению Остапову, и мы создали такой телепроект. Сашенька, это взаимно, потому что тренди-бренди – это и трендеть, и брендеть, и тренди, и бренди. И все это так, потому что мы делаем только то, что нам действительно нравится и что нам интересно. Мы такие, какими вы нас видите с экранов своих телевизоров. Порой смешные и забавные, а иногда серьезные и деловые. В любом случае, мы всегда разные и всегда стремимся вас чем-нибудь удивить. Смотрите нас, как обычно, по четвергам в 19:50 уже 11 апреля. Но сейчас самое время отмечать день рождения и кушать тортик. Да, такой замечательный тортик подарила нам наша подруга-кондитер Ирина Кубарич. А еще она делает замечательные капкейки и всякие разные вкусности. Ира, спасибо большое. А эта картинка тоже ведь съедобна? Да, конечно, мы потом ее съедим. Ну что, дорогие телезрители, и Ксюшенька, с днем рождения! Ура! Ура! А Сашу можно поздравить с двойным днем рождения, потому что только вчера я исполнилась 20... И еще несколько лет. Эй, с днем рождения, Сашенька! Партнер программы – магазин профессиональной косметики «Эксклюзив». Продукция магазина «Эксклюзив» позволит любой красотке обеспечить салонный уход за волосами дома. Профессиональная косметика мировых брендов, качественные красители для создания уникального цвета волос, парикмахерское оборудование, фены, машинки, выпрямители, плойки, щипцы. Большой ассортимент средств для процедуры депиляции, инструмент для маникюра и педикюра, средства для моделирования ногтей и многое другое. Вас ждут приятные акции, скидки и подарки. Например, ежедневно с 10 до 12 можно приобрести любой товар со скидкой 15%. Мы ждем вас в магазинах «Эксклюзив». Приходите к нам знакомиться с новинками. До лета осталось 64 дня. У нас лето уже началось. Туристическое агентство «Вива». 59 39 90.